Артемовский завод шампанских вин в Бахмуте должен быть возвращен его нынешним украинским владельцам, об этом в недавнем интервью заявил Евгений Пригожин. Артемовский завод шампанских вин сегодня находится под контролем. В нем находится вся продукция, которая находилась на момент прихода туда. Все зафиксировано на видео, и все посчитано, в том числе емкости с еще не разлитым шампанским. У каждого предприятия есть хозяева. И никакие столкновения между государствами, если государство, которое заходит на территорию, хочет сохранить свое лицо, не может быть с изъятием чьей-то частной собственности. Государственная собственность в рамках конфликта между государствами может быть отчуждена, а частная она неприкосновенна, заявил Пригожин. Если какой-нибудь алкоголик одну бутылку возьмет, то хочу сразу обратить внимание, да, что здесь пробка, она маленькая, и поэтому в жопу легко залезет. Это будет называться с вазелином, будет называться вазелиновая коррекция поведения для того, чтобы дисциплина была нормальная.